Парни, привет. Все. Понедельник, утрянка, закончили охоту. Сегодня у нас было 3 человека. Вадик, папа и я. Ну, сегодня уже не все так радужно, да? Во-первых, на поле уже полно конкурентов. А это означает, что ты манишь. И вот она залетает на выстрел, и кто-то бах! В 100 метрах от тебя, да? Ну. И все. И вся фшу, обратно. Ну вот так вот. Там стоял мужик какой-то. Там двое стояли с той стороны. Вчера вечером были на разведке. Здесь вообще целая артиллерия приехала охотиться. Ну и утка уже сменила поле. Часть, половина точно уходит на другое поле. Сейчас поедем искать. Время 6:40 утра, собираемся. Результат сегодня скромный. Постанову пример. Не, ну не пустой же. Не пустой. Да, 4 штучки стрельнули. Покажу. Вернее, стрельнули 5, но одна ушла за посадку куда-то. И там что-то уже ходили полчаса, ищем, не можем найти. Сейчас, может, еще пойдем поищем. А может, она куда-то дотянула до воды. 3 уточки. И один селезень. Селезень еще не выленил. Вот так вот. Вот такой сегодня результат. С 3 часов ночи тут возились. В итоге вот вертушечка работала. Сегодня не стали чучела ставить, прям с кратки. Поставили чуть-чуть в стороне все. Ну, в принципе, можно было стрельнуть еще пару-тройку штук. Но так, не стали бить, как показалось, что далековато. Там же секунда на решение, бьем или не бьем. Вот бьем или не бьем, и все же. И она уже не на выстреле. Сегодня 4 махалки ставили. Я не пойму, где 4-я. 1, 2, 3 вижу. А, вот 4-я в стороне. 2 парящие уточки. И вертушечка. И 122 чучалки. 122. Я запомнил. Вадик сегодня посчитал, сказал 122. А то я хожу, туплю, то 110, то 150. Не могу понять, сколько мы их берем. Охотились опять. В скратках. Мания гравитация. Все как всегда. Манки. Тоже мания. Вот так все выглядит. Снимал даже на видео. Ну тут показывать особо нечего. Мы потом сделаем, да, нарезку, наверное, да? Да. А то так по одному видео смысла нет выкладывать. Ружье Бинелли М2. Бинелли М2. Уже Вадик зачехлился. Папы Франки Афинити 1. Патрон 7,5. Не дожал. Не дожал. Полсумы не дожал. Ну ладно, как есть. Сегодня хотя бы дождя нет. Ну грязь-то есть, но такая небольшая. Ногам липнет. Ну хоть дождя нет. Сейчас поедем искать другое поле. Куда она летит. Плохо, что мы просто с прицепом. Сильно не прорвешься везде. Может, отцепим где-нибудь, поставим прицеп. Ну, короче, как-то так. Начнем собираться и ехать искать другое поле на вечерку. Так что, парни, приманивайте и будьте с манией. А Вадик что-то ушел вообще, даже не сказал свои слова. А это, кстати, ездили не мы. Это сегодня мы заезжали ночью и видели стаю кабанов, с этого поля уходила. А 2 дня за этого, походу, кто-то вальнул какой-то бракоша кабана, и они его вот трактором каким-то большой машиной какой-то вывозили. Вот так заехали, тут повернули, и вот так через поле туда выехали. Походу, кабанчика вальнули. Ну, вон он даже нарыл, если вот видно, вот они рыли кабаны. Ну, нам кабаны не интересны. Поэтому нам все равно. Все, погнали собираться.